Доброе утро. Вы находитесь в студии Максимова. Сегодня у нас выходной. Мы работали вчера. Вчера было 8 марта, вот поэтому после 8 марта у нас остались вот такие цветочки. Видите, какие красивые. Сегодня у нас выходной, и этот день посвящен мне. Я буду наращивать себе волосы, так как в этом году модно очень большая длина. Просто, как говорится, неприличная длина волос, очень модно. Поэтому я буду наращивать себе такую длину. Сейчас вы увидите. Ну вот, у нас закончил уже основной этап. Мы нарастили мне мои волосы 95 сантиметров. Могу вам показать результат. Мы еще ничего не укладывали, не стригли. Вот так они смотрятся. Мишка, Гави! И вот так вот сзади. Смотрите, моя макушка. Мы сделали там каскадиком другой длины волосы. Смотрите, вот я сейчас покажу. Я думаю, что моя макушка нормально все там смотрится. Сейчас мы их уложим, сделаем адаптированную стрижку. Я похожу неделю и пострижем второй раз, потому что стрижка на нарощенные волосы делается два раза. Первый раз делается просто форма, сильно не прорабатываются волосы. А уже через неделю-две делается прям стрижка глубокая, когда уже видно все нюансы. Сейчас мне очень все нравится, и челка мне нравится. Мы ничего не укладывали, вот это все как есть. Вот как оно есть, вот так. Вот, наконец-то сегодня наш день закончен. Мы нарастили мне 200 грамм волос. Вот они, мои кудряшечки. Вот так вот мы накрутили их на утюжок. Вот так они смотрятся. Напоминаю, что мы делали милирование. Я очень хотела милирование. Жесткое, как мы из 90-х называется, милирка моя. Вот. Она сейчас в моде, просто никто об этом не знает. И длина волос моя тоже очень модная. Неприлично модная. И вот так это смотрится сзади. Вот так. Вот так. Я думаю, моей макушки не видно. Я не умею, конечно, красиво делать. Как бы, давай, это круто. Вы не сердитесь на это? Все вот так. И вот так. А я никогда не сердитесь. И вот так. Доброе утро, мои дорогие! Это я, Жанна Максимова. Хочу еще раз сказать спасибо своему мастеру Марине за то, что она мне сделала такие чудесные волосы. Волосы 95 сантиметров. Сделали легкую милировку с темными прядочками. Вот мои темные прядочки. Все подобрано очень круто. Мы наращивали несколько длин, поэтому у нас шапка моя прячется очень хорошо. Ее не видно. Вот, пожалуйста. Можете все сами наблюдать. Все?